Смотрите, самый главный лайфхак управления личными финансами – делайте все так, чтобы платить было сложно. Apple Pay, кредитные карточки – все делают, облегчает платежи. Все вот эти купоны, дисконты, клубные карты и так далее – все рассчитано только на то, чтобы облегчить вам возможность платить. Apple Pay, кредитные карточки и так далее. А вы делаете наоборот. Максимально усложняйте. Если вы хотите купить какую-то вещь, у вас в кармане не оказалось денег, значит, сам Аллах вам сказал, не покупай эту вещь. Но не доставайте кредитную карточку и Apple Pay. Платите за все наличными. Это дополнительная проблема, ехать домой за деньгами. Пока ты съездишь, ты уже передумаешь. Думаешь, зачем мне это покупать?